не будет. Сейчас, не торопитесь. Вот он. Пока там вылезешь. Грамотой награждается инженер производственно-технического отдела УПРК «Кармэнерго» Ялтинского РЭС Белевцова Анна Иракевна. Грамота Ялтинского РЭС награждается начальник отдела по формированию полезного отпуска физических лиц УПРК «Кармэнерго» Ялтинского РЭС Кудинова Светлана Васильевна. Грамотой награждается электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-го разряда бригады по отключениям должников наших Полукаров Алексей Александрович. Грамота Ялтинского РЭС награждается в связи с праздником Днем энергетики техник бригады по обслуживанию потребителей УПРК «Кармэнерго» Ялтинского РЭС Черный Игорь Александрович. Грамота Ялтинского. Вчера все начальники услышали информацию. Награждаемые присутствие. Уже вот буду я считаю, сколько минус премии каждый будет. Грамота Ялтинского РЭС награждается за значительный личный вклад в развитие энергетики. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4-го разряда группы воздушных линий Алупкинского участка Андриенко Валентина Александровна. Алупка, хоть кто-то приехал? Грамотой Ялтинского РЭС награждается электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4-го разряда группы воздушных линий Алупкинского участка Еремин Дмитрий Николаевич. Грамотой награждается электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4-го разряда группы кабельных линий Алупкинского участка Терещенков Олег Николаевич. Грамота Ялтинского РЭС награждается электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-го разряда группы воздушных линий Алупкинского участка Гусятинский Михаил Юрьевич. Грамота Ялтинского РЭС награждается уборщик производственных и служебных помещений 1-го разряда группы хозяйственного обслуживания УПРК «Кармэнерго» Деева Любовь Петровна. Грамота Ялтинского РЭС награждается уборщик производственно-служебных помещений 1-го разряда группы хозяйственного обслуживания УПРК «Кармэнерго» Ялтинского РЭС Самох Елизавета Петровна. Грамота Ялтинского РЭС награждается бухгалтер 2-й категории УПРК «Кармэнерго» Ялтинского РЭС военная Муслюме Исмаиловна. Грамота Ялтинского РЭС награждается водитель автомобиля 4-го разряда группа механизации транспорта УПРК
Кроменерго ЯРС Грозин Андрей Валентинович. Грамота Ялтинского РЭС награждается водитель автомобиля 4-го разряда группы механизации транспорта группы КК Кроменерго Ялтинского РЭС Луковский Сергей Казимирович.